Противник, противник. О, граната, граната, Аня, уйди, 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 уди, уди. Кто его убил? Убежали. Нет. Медичка открыта, дверь. Ну там медичка, только что война была. Думаешь, что в медичке? Думаю, да. Я по правой. Сейчас я посмотрю. На бомже двое. Минус двое. Они закидывали гранаты туда куда-то, на гаражи. Да, там бегают. Ты где? На мусорку один забежал в угол за контейнер. Поняла? Я. Да, да, да. Дают на гранатки. Мать, ухо мне убило. Хорошо. Вот это меня сейчас стекло спасло. Спасло таки? Ага. Мои гранатки. Я перелез бомжу на гараже. А, капец, тут жмуров дофига, слушай. Весь магазин ссадил. А ты попробуй, Ингвар, за ним побегать, когда у него максимальная сила и максимальная. Ходит в гаражах. Может быть, он и ходил. Тут у нас вся карта, мне кажется, слушай, лежит в этих кустах. Да, тут они еще типа одного раскинули в кустике. Все-таки мало купить. Дам гранатку, тут опять ходит у танка. Да, убил. Ты поди железо, да? Один раз стукнул. Чиню руку. Тебе выхожу. Блин, тут выход. Ну ты же теперь всегда выход работает. Да-да. Давай зарестартим тогда, наверное. Давай, да. Реально, что-то вся карта тут полегла. Где именно? Я тут немного отвлекли. На главной лестнице на первом этаже. Просто поднимаюсь за ним. На перепрыжке он стоит на втором этаже. Бил? А нет, ты убил? Я на первом. Найс. Я на третьем. Второй взял. Перепушка не убил. А в центре что-то... Ветеран. Ветеран.
Ветеран КГБ, нихера себе. Все, походу, наигрался явно. Что слева у ямы? Да. Что-то немножко кверху полетели. Контейнер будет проходить. На АГС-ке ходу решальные. А, там текстурка? Серьезно? Она большая. Да, там стопудово решальная. И там текстуру я не могу их пробить. Ты мать! Да я даю. Крыса! В темном ангаре. Убил. Я в тёмке. Я в этом. Захожу. Вон он, блядь, ебать его! Я. Что-то они прям повсюду бегают. Я. Вон он, опу! Я дальше ушел, не убить. Куда он стреляет? Втором сидит. Да-да-да, я вижу. Решала минус. По-моему, живой спускается по ступенькам. По дальним. Да, живой. Вижу, сам убила. Все, последний это должен быть. Я вижу. Что на втором или на первом? На первом. Побежал к темному потихоньку. Ах ты сука, еще там один сидит. В темном сидит. Еще один. Я обратно забегаю. Справа тоже, наверное, не обойдешь. Убил. Это что? Снайпер, блин. Понимаешь, там один день. Я в подвале. Аккуратно смотрю, может сидит. Два лежат или один? Два. Прям американ снайпера смотрю. Да. У него убили друга, он с этой же позиции сразу пикает дальше. В принципе-то ничего же не может случиться. Это он раздербанил друга? Наверное, или? Да. Подвали. Железо. Я. Так что? Пошел, короче, туда. Напрыгиваюсь, короче. Лево, вдоль забора кто-то стрелял. Ну, СКС какой-то бот. На большой бот. Контейнер где-то, я не знаю, или что это сейчас было. Это, по-моему, за проходной там на территории.
противник, противник. О, граната, граната, а, уди, 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 уди. Второго убил. Не, тут с гранатами, блин, отвлеклась на все. Калаш, по-моему. Ну, ППшка. Да, вот он, мутант без глушителя. А где второй был? На крыше тайфуна. А, все-таки... Получил. Знакомый мне. На втором этаже, тройка. Дал хая. Убил? Я не убил, я раненый. Он где, слева или справа? Слева. Убила, но он внизу уже был. Ну, значит, я же отошел сразу. Как я хилец, короче, ушел. Тихо. 42-й. Бежит к нам. СГС-ки. Да, слева где-то. Смотри, сейчас собаки на мой ушел. Не, он даже тебя не услышит. Он в сторону кармана пошел. Прыгай. Ты ходишь, Ань? Я встала. Сижу тут. Кто-то ходит еще. Бот идет. Что скажи? Где же он? Убил, убил. Ну он-то, в принципе, может, и не знал, что за ним тут. Да, всего лишь там гранаты взрываются. Там, где он был. Может, ты подождал бы. Не прошли уже на малую? Видимо, да, прошли уже, никого не вижу. А нет, он к магазину один подбегает. Минус один. А КСУ. Что-то ж глушу на стене, по-моему. Хрен его знает. Я вовремя тут. Не буду его трогать, там такой. Сразу отмечу, что пойду. Я. Внутри, в туалете. Два. Что? На... А нет, этот не сдох. Нормально. На первом, что ли? Да. КС-23. 52 уровень. Ну вот я об этом вам и говорил только что сегодня. Где не то стреляли? Да-да-да, по мне. Слева. В туалетах, что ли? Ну где-то прямо возле АГС, по-моему. Георгий, привет. На гранате. Может быть, на железку. Железку я взял. На втором еще есть. Второй минус. Я устал. Где этот, блин? Подвал может быть какой-то аккуратный. Ну либо это он. Смотрю, на подвал. Железке ты ходишь? Да-да-да. Я в подвале. Моя грена в туалете. Может быть, он уже поднялся на второй этаж. Пусть... А на нем калаш? Да. Я вроде калаш стреляю. Убил меня! В подвале стоит! Да ёб твою мать, прям в голову, да господи! Где ваш опять срывает хрень спасает? Там брата! Убил! Убил, да. Ты живой? Да, 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 все в порядке. Выход включен у нас. Да. Да, сейчас выйдет она.
Там это свет причем нужен там быть. Да, 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 сейчас мы будем. О, а что это у него один магазин подсвеченный? У него БПшки, что ты удивляешься? А, он его типа переименовал. А, он метку поставил на магазин. Фига. Первый раз такой вижу. Спускаюсь к тебе в подвал. Вышли. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.